Специальный проект Беларусьбанка. 100 лет всегда рядом. Рядом с каждым. О вкладе крупнейшего банка страны в социально-экономическое развитие республики. Сложно представить, как в современном мире можно обойтись без банковских карт. Этот универсальный платежный инструмент вмещает большое количество денежных средств, а места занимает крайне мало. К тому же карты значительно упрощают наши покупки и делают их более комфортными. В общем, платежные карточки, несомненно, важный игрок на финансовом рынке любой страны. В нашей республике лидирующие позиции в этой сфере уже на протяжении многих лет занимает Беларусьбанк. Первые платежные карточки крупнейший банк нашей страны выпустил в 1998 году, когда начал сотрудничать с международными платежными системами. Развитие безналичных расчетов было стремительным, и свой первый миллион карт Беларусьбанк выпустил уже в 2004 году. Не так давно он преодолел 5-миллионный карточный рубеж. Только представьте, в первой партии платежных карточек еще с магнитной полосой было всего несколько тысяч штук. Сегодня лишь за месяц Беларусьбанк выдает своим клиентам почти 200 тысяч карт. Важен и тот факт, что в нашей стране уже более 60 тысяч терминалов и более 1200 банкоматов Беларусьбанка принимают карточки China Union Pay. Что же касается межсистемной интеграции, то Белкарт и российская платежная система МИР выпустили первые совместные карты еще в 2020 году. К слову, банк предлагает большой ассортимент платежных карточек как для физических, так и для юридических лиц. И, надо сказать, клиенты используют их очень активно. Безналичный объем операций превышает 60% от общего количества совершаемых действий по карточкам банка. Но важно производить не только качественные продукты и услуги, но и делать их уникальными в своем роде. Именно поэтому более 5 лет назад в Беларусьбанке стали один за одним появляться клубы. Персона, Бархат, Настарт, Щедры, Карт-бланш. Каждый из этих комплексных продуктов предназначен для конкретной категории людей. Например, одни подходят пенсионерам, а другие – тем, кто любит интернет-покупки. Беларусьбанк идет в ногу со временем и всегда прислушивается к пожеланиям своих клиентов. Так, сегодня заказать карточку как к новому, так и к действующему счету можно, не выходя из дома, в интернет-банкинге. Но что самое удобное, готовую карточку вам доставят в почтовый ящик. Никаких очередей, быстро, просто и, главное, безопасно. Дистанционное оформление банковской карты – это то, что сегодня особенно актуально. Беларусьбанк продолжит откликаться на любые потребности и пожелания своих клиентов, ведь он всегда рядом, рядом с каждым. Специальный проект Беларусьбанка. 100 лет всегда рядом. Рядом с каждым. О вкладе крупнейшего банка страны в социально-экономическое развитие республики.